Достать динамит и валим отсюда! Рядом зомби стоит и прикалывается. Ничего у тебя не выйдет, фигней страдаешь. А контролер ему пальцем так погрозил и отвечает. Слышь, сталкер, заткнись, да? Ты мне тапочки приносить тоже не сразу научился. Класс! В голове не укладывается. Ведь никто за пределами зоны толком не знает, что здесь происходит. Заговор какой-то, что ли? Вот такое знает кто? Перехватили, значит, военные у блокпоста новичка-сталкера и давай парить. С какой целью вы в нетрезвом виде пытались проникнуть на территорию зоны, имея при себе незарегистрированное охотничье ружье и патроны к нему? А он, значит, похмельный, голова как бочка, все задолбало и говорит им. Пьяный. Конечно, пьяный. Да если бы я трезвый был, я бы за 5 километров вас, уроды, обошел. Класс! Ну, надо ж было так ладони рассадить. На завтра наверняка разболится. Слушаю тебя.
Вот черт. И чем это я думал, что фотоаппарат не взял? Хоть бы мыльницу какую-то. Чего заскучали, мужики? Привет, брат!
Как дела, сталкер? Приветствую. Ну, счастливо.
Ну, привет!
Ну, надо ж было так ладонь рассадить. На завтра наверняка разболится. Послушайте, мужики. Слушай, ну классно у тебя выходит. Опять эта сволочь меня с патронами кинула. Вот гад.
Слушаю тебя. Ни о чем думать не хотят, кроме бабок. Пока кишки по веткам не разбросает. Судьба. Нет, от судьбы точно никуда не скроешься. Что на роду написано, так оно и будет. Как дела, сталкер? Thank you.
Ты бы еще... Что за бодягу? Ну, удачной охоты стал. Стариков знает. Опять сапожища хреновые подсунули. Что у них совести совсем нет у этих? За неделю подошве гоплык. Не учатся ничему некоторые. И учиться, блин, не хотят. Кино американского насмотрелись или крышу срывает от жадности. Ты ему про аномалии, он тебе про хабар. Ни о чем думать не хотят, кроме бабок. Так я кишки по веткам не разбросаю.
3-4 таких похода, как вчера. Да если бы еще хабар не хуже, и все. Завязываю с зоной нахрен. Опять сапожище хреновые подсунули. Что у них совести совсем нет у этих? За неделю подошве каплык. Опять сапожище хреновые подсунули. Что у них совести совсем нету у этих? За неделю подошве каплык.
чтобы лес рядом. И не радиации тебе, не твари. Похоже, правда перебрал. Мужики, стащи его вниз. Ух! Похоже, паленка оказалась. Пойду я прилягу. Ух! Только с нашей помощью мы сможем победить этот уродливый явление.
подвергайте опасности своей жизни. Не пытайтесь проникнуть на охраняемую территорию. Есть что-то стоящее?